На Николаевщине закончился летно-методический сбор с экипажами истребительной, бомбардировочной, штурмовой, транспортной и разведывательной авиации воздушных сил Украины. Это главное учение года для молодых пилотов, а также и курсантов-выпускников Харьковского национального университета воздушных сил. Экипажи тренировались уничтожать врага в воздухе, на земле и на море. В течение нескольких недель пилоты совершали пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух», выполняли практическое бомбометание и стрельбы из авиационных пушек.